из страны Жигулей, в дикий край мерседесов я опять прилетел, и по штрассам иду, и понять я никак не могу, если честно, кто кого победил в 45-м году. За окном Германия, во Франкфурте на Майне я, авиакомпании Сибирь, второй пилот, 6 часов летания, съета 2 питания, и без опоздания прибыл самолет. И хотя заранее полетал в Иране, то есть в иностране довелось бывать, но попал в Германию, перекос в сознании, и обалдевания трудно избежать. Все тут иностранное, для меня все странное, и без полстакана я не могу понять, почему, к примеру, тут обзывают херами всех мужчин, ведь это же группа, вашу мать. Был в немецкой бане я, это испытание, там все в одной компании, и хоть бы кто в трусах, дамы не стеснялись и не прикрывались, в общем, издевались 1.5 часа. И еще различного, много неприличного, красночерепичного повстречалось мне в этой фантастически капиталистической и реалистически сказочной стране. Лимузины клевые, все блестят как новые, стало быть, не хреновые, тут у них дела. От мнапа многообразия, с ячменем на глазе, вот до чего фантазия ганцев довела. Все здесь в изобилии, и автомобили, и остального разного, и не снилось вам. И как-то по зоопарке, в каком-то супермаркете, оставил свои марки, все потратил, на что не понял сам. И прошу прощения, но от ощущения не могу избавиться я от одного, что попал на выставку всяких достижений, и что настоящего нет тут ничего. Все вокруг лежащее, все не настоящее, красочно блестящее, все не как у нас, прибрано, ухожено, как из лего сложено, и дерьма собачьего не отыщет глаз. Но друзья Литвиновы и друзья Минаевы все напоминали мне, у кого гостил, мол, не задыхайся ты и не восхищайся ты, мол, не все тут золото, хоть и все блестит. Да нет, не бьюсь в экстазе от их разнообразия, но до безобразия все здесь по уму. Почему у нас не так? Почему у нас бардак? Вроде я не дурак, но как-то вот не пойму. И сюда попавшему человеку нашему нелегко, хоть даже он народом из Твери, а если из Болотного или из Колпашева, то привыкать к нашему нужно 3 года. Только не пугаются, хоть и сомневаются, но потом кидаются в омут головой бывшие турецкие, бывшие советские, и еврейских тоже есть 1 000 000 другой. Я прошу прощения, если восхищением вызвал раздражение, может, у кого, так ведь это ж дело личное, а может, необычного вы здесь не увидите вовсе ничего. Впрочем, если честно, то вот ведь интересно, что хоть мне это место-то и нравится, как всем, и погостить в Германию еду с ликованием, только вот нет желания ехать насовсем.